генеральный спонсор проекта «Норвик Банка». Телевидение Dautcom приветствует вас на проекте «Hello Daugavpils 2». 19 июня во Дворце культуры состоялся заключительный концерт проекта и прошла церемония награждения. В принципе, итоги проекта были известны и нашим конкурсантам, и зрителям уже после 4-го отчетного концерта. Но это обстоятельство никак не влияло на волнение ребят. Всем хотелось выступить еще лучше, продемонстрировать все, чему они научились за это время, и запомниться зрителям. Участники проекта готовили к этому концерту свои лучшие номера, которые они уже показывали на одном из отчетных концертов, хотя не обошлось без сюрпризов. Юрий Синица выбрал новую для себя песню из репертуара Григория Лепса и Ирины Аллегровой «Я тебе не верю» и исполнил ее вместе с Ольгой Лаксой. Женя Петров вышел на сцену с песней «Две минуты», и она тоже еще не звучала на нашем проекте. А Карина Нурмухаметова пригласила в свой номер Викторию Чинову, которая, безусловно, украсила его своим потрясающим вокалом. Впрочем, если вы не были на нашем концерте, то все это вы сможете увидеть, посмотрев видеоверсию на канале Dautcom TV или на сайте Грани ЛВ. А мы хотим обратить ваше внимание на итоги проекта и самые кульминационные моменты заключительного концерта. В младшей группе по результатам 4 отчетных концертов третье место с общим количеством 148 баллов заняла Беатриса Сидина. Беатриса Сидина получает диплом за третье место в младшей группе проекта «Hello, Dautcom 2». Поздравляем! Ну а подарки от газеты «Сейчас» вручает ей главный редактор этой газеты Ирина Хатулева. Аплодисменты! Второе место, набрав за 4 концерта 151 балл, заняла Эвита Смирнова. Наша леди Гага Эвита Смирнова награждается дипломом за второе место в младшей группе проекта «Hello, Dautcom 2». Аплодисменты! Подарочную карту от Chili Pizza, подарки от предприятия Dautcom и косметической компании Aiment вручает координатор проекта Инна Плавака. И, наконец, первое место и звание победителя проекта «Hello, Daugavpils 2» в младшей группе заслуженно получила Саша Кудряшова. Ее сумма оценок – 156 баллов. Александра Кудряшова, приз за первое место в младшей группе проекта «Hello, Dautcom 2». Аплодисменты! Памятную статуэтку вручает продюсер проекта Артур Дубакс. Встречаем. Сашка, поздравляю тебя с первым местом. Вот тебе этот человечек музыкальный, будь так же самый, как он. Стремись, работай, работай много. И надеюсь себя когда-нибудь увидеть на взрослой новой волне. Пожалуйста, она тяжелая, осторожно. Спасибо. И еще мы награждаем Сашу подарочной картой на 50 латов на услуги предприятия Dautcom. Подарок от косметической компании Avon, а также подарочную карту от Chili Pizza вручает координатор проекта Инна Плавака. Аплодисменты! Отметим, что в этом году символ нашего проекта, веселый человечек с микрофоном из виртуального, превратился в осязаемый и, кстати говоря, довольно тяжелый. Его создал наш даугавпилский кузнец Эдгар Вронский. Сразу после концерта мы попросили Сашу поделиться с нами своими ощущениями. Саша, ты победила в младшей группе первое место. Поделись, пожалуйста, своими ощущениями. Ну, я очень счастлива. А верилась тебе? Поверилась? Ну, в принципе, ты уже знала. Да, после последнего 4-го концерта было понятно. Да. Ну, а в самом начале, когда вот ты пришла на проект, могла ты предположить такой расклад? Ну, я не даже думала. Я боялась даже, что я иногда выбуду. Что, вылетишь, даже боялась из проекта? У тебя же практически на каждом концерте были очень хорошие оценки. Ну, все равно, на первой песне я там боялась. Сашенька, скажи, пожалуйста, чему научил тебя проект «Hello, Daugavpils»? Ну, если ты хочешь чего-то добиться, то для этого надо стараться. Саша действительно очень много работала и очень старалась. Каждое свое выступление она превращала в маленький спектакль, в котором было продумано все до мелочей. Движение, костюм и, конечно же, практически безупречное исполнение. А еще Саше очень помогали и поддерживали ее близкие. Я хочу сказать спасибо своим родителям, всем, кто помогал создавать образ.
всем зрителям, которые дарили тебе цветы и аплодисменты, да? Да. Были такие постоянные зрители, которые приходили на каждый твой концерт? Да, родители, моя крестная мама. Генеральный спонсор проекта «Норвик Банка». В старшей группе третье место поделили сразу два участника. И Михаил Ковалевский, и Женя Петров набрали по 149 баллов, за что были награждены дипломами и подарками от организаторов и спонсоров. Безусловным открытием проекта и для его организаторов, и для всех наших зрителей стала Виктория Чинова. С самого начала она занимала лидирующие позиции и была нацелена на победу. Однако рядом с ней буквально бал в бал шли очень сильные и достойные конкурсанты. И на этот раз Виктории досталось второе место в старшей группе проекта. Однако мы уверены, что впереди нашу Викторию ждет еще много серьезных творческих побед. А победителем проекта «Hello Daugavpils 2» в старшей группе стала Ольга Лакса. Полная самоотдача, невероятная работоспособность и, конечно, талант. С самого начала проекта выделяли эту конкурсантку. Хотя сама Ольга не считала себя лучше других и вообще в первое время очень боялась вылететь с проекта. Вспомним, к примеру, что говорила нам Ольга перед самым первым отчетным концертом. Я для себя хочу хотя бы продержаться, ну, типа два выступления, чтобы было бы. Очень хочется покидать проект, допустим, первый же концерт, чтобы там, о, там уже такое настроение есть, такое настрой, что все получится, чтобы попробовать себя еще. Все такое начало, а как бы зритель, ну, он увидит наше выступление, пусть он осудит, не осудит как-то. Ну, поможет человеку, если он видит, что талант есть, и он... Летает, тут так некрасиво. Волнуешься, Оль? Да, волнуюсь. Коленки тоже дрожат, да? У меня, да, я дрожу всегда. И, несмотря на волнение и дрожь, Ольга сумела не только дойти до финала, но и по праву занять самое почетное первое место. Ольга Лакса награждается призом за первое место в старшей группе проекта «Hello Daugavpils 2». И памятную статуэтку и диплом вручает продюсер проекта Артур Дубакс. Встречаем. Оля, ты молодец. Спасибо огромное. Я думаю, тебя ожидает звездное будущее. Пожалуйста, только работай, трудись. И вот тебе за первое место Ольга Лакса, за первое место проекта «Hello Daugavpils». Аплодисменты! Но это еще не все. Подарочную карту на 50 латов на услуги предприятия Dalt.com, подарок от косметической компании Avon, а также подарочную карту от ресторана Chili Pizza на 20 латов вручает координатор проекта Инна Плавака. После концерта мы взяли интервью у нашей победительницы. Ольга, ну то, что ты победила, ты уже знала с прошлого концерта, так? Да, потому что по пунктам уже считали. Я знала, что нас Вика Чинова исцеляла один пункт, и я очень старалась одержать победу. И поэтому... Но сегодня все равно волновалась, хоть и знала, что победила. Хотелось как-то оправдать, что ли, свое первое место, выступить достойно. Оль, чему научил проект тебя? Ой, чему проект научил? Ну, не знаю, я очень благодарна за саму практику на сцене, потому что все-таки как-то... привыкаешь больше, как-то делаешь ошибки, знаешь, как их уже исправить, кто там поможет, педагог еще чего-нибудь, кто советует, и не знаю, ну просто спасибо. Какими в своей жизни были вот эти дни? Дни проекта «Hello Daugavpils 2»? Какими? Какими ты, как ты будешь, ну, пройдет какое-то время, и ты будешь вспоминать. Да, все, что с тобой происходило. Вот как тебе кажется, с каким чувством, с какими ощущениями ты будешь вспоминать эти дни? Ой, ну самыми классными, конечно. Во-первых, это любимая сцена, это люди. Наш такой коллектив оказался очень дружный, они меня очень поддерживали все, там, половина точно, там, говорили, Оля, давай. И очень жалко, конечно, что закончилось. Такая вот, ты поешь, стоишь на сцене, ты понимаешь, что это последний раз, и хочется еще сказать, вернуться, будешь ждать там смс-ку или звонка, что у нас сегодня репетиция, так уже не будет. Но последний раз в проекте, я так думаю, что это просто ступенька первая или очередная ступенька к каким-то еще дальнейшим достижениям. Надеюсь, что Артур Дубакс чем-нибудь будет со мной работать. Я потому что очень хочу. Если такие
сюда пришла не просто так постоять, я знала, что я хочу биться, добиться успеха и победить, да. Знала? На самом деле знала? Не, ну когда вначале пришла, во-первых, как я запоздала, было так и просто думала, ай, не вспомню, как это, что там, попробовать себя. И потом, когда уже поняла, что к чему, что я могу... Поверила в себя. Работали тогда уже. Все так, нервы, конечно, были на пределе, но я поняла, что я могу, я пою, вроде я играю. Поэтому хочу очень дальше продолжить это все. Что бы ты, победитель проекта Hello Daugavpils 2, могла пожелать будущим потенциальным участникам проекта? Какими они должны быть? О чем они должны думать, я не знаю. Вот какие-то практические советы от победителя проекта. Ну, мне кажется, что здесь очень важно, какую ты песню выбрал. У тебя может быть хороший голос, ты можешь быть хорошим актером, но если что-то, песня не твоя, вдруг что-то не так, то ты пролетишь по-любому. Это очень. Поэтому многие, конечно, здесь у нас конкурсанты берут одну, вторую, третью, они мешкаются, время вроде сжимается, и надо вот четко знать, какие ты хочешь. Вот уже кто думает о кастинге на третью, лучше сейчас уже песни подготавливать, реально. Потому что когда так приходишь, и тебе 2 недели, у тебя еще ничего не сделано, это ужасно. Лучше, конечно, подготавливать сразу песни. И... ну что, если кто-то талантливый, нормально здесь будет все. Пробьется. Итак, победителями проекта Hello Daugavpils 2 стали Саша Кудряшова и Ольга Лакса, которые, несмотря на отсутствие момента неожиданности, просто светились от счастья. Но, пожалуй, самой счастливой в этот вечер стала Эвита Смирнова, ведь ее счастье обрушилось на нее совершенно внезапно. Добрый вечер всем. Добрый вечер участникам, добрый вечер зрителям. Хочется сказать большое спасибо, что вы посещали все наши концерты. Спасибо ребятам, то, что вы подарили нам эти концерты. Хочу сказать спасибо своим коллегам по жюри, которые помогали судить этот конкурс. Единственное, надо понимать, что нет здесь проигравших. Конечно, есть победители, но проигравших здесь нет. Все получили свой замечательный опыт. От себя, от Норвигбанка, мы решили сделать, учредить собственный приз, который мы вручим. Это будет сертификат на запись песни в студии iEuropa Production, который мы решили вручить, и обладательницей стала Эвита Смирнова! И это тоже действительно заслуженная награда. Буквально с первого отчетного концерта Эвита уверенно занимала 2-ю позицию в рейтинге участников младшей группы. А созданный ею образ Леди Гаги, и не только образ, но и прекрасное исполнение этой непростой композиции, стали, пожалуй, самым ярким и запоминающимся номером проекта. Вообще, я очень счастлива, все мне понравилось сегодня. Вот, спасибо огромное Норвегбанку за этот приз. Для меня это очень много значит. Чему научил тебя проект Hello Daugavpils? Ну, какой-то, не знаю, даже в каких-то даже трудных ситуациях все равно не сдаваться, идти до конца и верить в себя. Я хочу огромное спасибо сказать всем, кто мне помогал, всем, кто поддерживал меня, организаторам огромное спасибо за все, за советы. Вот, и хочу сказать спасибо огромное моей маме, которая все время была рядом со мной, поддерживала меня. Спасибо. А у тебя были такие зрители, которые приходили на каждый твой концерт? Огромное количество цветов опять сегодня у тебя. Да, это мама, папа, братик мой маленький. Вот, мои друзья. Тоже огромное им спасибо, их очень люблю. Эвита, что бы ты хотела пожелать будущим участникам проекта Hello Daugavpils? Надо быть трудоспособным и надо, ну, относиться спокойно к критике, потому что это везде есть. Вот, и надо также, вот как у нас, например, срабатываться со всеми, кто у тебя есть в группе, желать удачи и дружить, быть дружными. Ну, вот и все. Позади все волнения и тревоги, удачи и разочарования, обиды и слезы радости проекта Hello Daugavpils 2. А впереди у наших ребят новые победы и достижения, новые шаги в поисках самого себя и своего пути. И мы очень надеемся, что наш проект поможет им в этом. Видеоверсию заключительного концерта проекта Hello Daugavpils 2 смотрите на канале Daut.com TV 24 июня.
А у нас же на этом все. Генеральный спонсор проекта «Норвик Банка».